Грудовики есть, они съедят этот пень. А вот вешенок нету нынче как-то. В этом лесу их было много очень. Заморозок, тут был сильный заморозок. Мы в прошлый раз приехали, вот такой холодин был. Я сразу почувствовал, что такой холод. А сегодня жарко по всему лесу. Вот такие ориентиры, наверное, везде висят. Потому что здесь можно блуждать вечно. Наверное, беленькие петушки. Сейчас посмотрим. Класс. Рядок. Рябина везде сыпется. Ягодки. Ну, вот такие. Чистенькие. Один немножко подсох. Хорошо устроились. Всем места хватает. Куда-то мы вышли на какой-то край леса. Экзотика. Это тоже тут и какие-то мелочи. Ой. Это трутовики, наверное, потому что на вешенки не похожи. Если бы это было или вешенки, но это трутовички. С двух сторон облепили бедную березу. Так шумит лес. Все скрипит, все трещит, все падает, все качается. Ветер такой сильный. Желудей тут полно. И красивые, и такие молодые. По всему лесу. Я уже их сразу насобирала. Только груздей сначала не было. А те, которые раньше насобирала, не удалось применить, потому что котенок их все куда-то утащил, играл. И теперь я их и не нашла, когда нужны были вчера. Для засолки груздей. Как мне посоветовали в интернете. Маховичок. Наверное, хороший. Стою неудобно. Дерево упало. Лежит через дорогу так. Такого много. Лес-то старый.